Всем привет, ребята, с вами я, Нубик Майнкрафт, и это новое прохождение какой-то неизвестной карте. Сейчас мы, в общем, с вами будем проходить ее и потихонечку узнавать, что в ней надо делать. Смотрите, в общем, тут в комнате какой-то появились, а тут какие-то две страшные лица, вот, два страшных лица. Вот, смотрите, вот, и смотрите, тут есть кнопочка, там написано «Click to start», это типа кликни, чтобы начать игру. Так, а вот, вот эти вот дождя метю. Come here, типа подойди ко мне, или что это такое? Ну-ка, давайте подойдем. Вау, ребята, это что такое, блин, нифига себе, это, офигеть, это что такое, откуда они берутся, ребята, смотрите, они мне просто над головой появляются, офигеть, смотрите, у меня сколько изумрудов, наверное, они в чем-то нам помогут, или что, я не знаю, ну-ка, давайте, ладно, click to start, а пока я не хочу кликать, я хочу вам сказать, чтобы вы подписались на мой канал, вот, и поставили лайк, вот, тик-тик-тик-тик-тик. Поставьте лайк обязательно, тик, я все вижу, ребят. И напишите в комментариях, сколько будет 5 плюс 7 и минус 5. Вот, 5 плюс 7 и минус 5. Вот, офигенный пример, я просто не знаю, как его решить. Подскажите мне, пожалуйста, напишите мне в комментарии, мне будет очень приятно. И я не получу 2 по математике, а получу пятерочку. Вот, спасибо. Вот, и давайте кликнем на старт. Что? Я не понял. Lol, sorry about this HD. Это что, меня типа затроллили? Я не понял. Lol, you need to find the real button. Это что это такое? Ребята, это вообще какой сложный троллинг. Я вообще не понимаю, что тут надо делать. Я вот нажимаю на кнопку Click to start. И я умираю, блин, ребят, слушайте. Может она где-нибудь спрятана? Ну-ка, давайте ее поищем. Так, а почему я в режиме бога? Я не понял, я не хочу в режиме бога быть. Давайте выйдем из него. Ну-ка, тут кнопок нету, блин. Стоп. What I'm... Я не знаю, что это значит, ребята. Но мы должны отыскать эту кнопку чертову. Давайте вот поищем вот тут вот внимательно, внимательно. Вот она! Ха-ха, спрятались! Вот ты меня затроллила. Ваш игровой режим наблюдателя? Это что такое? Ну-ка, press the... Что это? Stage 1. Во. Ребята, вот эта кнопка. Ребят, а как ее нажать? Слушайте, ваш игровой режим изменен, а я же не могу нажимать на это, ничего собирать, даже сломать ничего не могу, ребят, вы представляете? Вот она кнопочка, ребята, я ее нашел. Ну как ее нажать? Блин, мешает деревня. Ой, вот это дерево. Так, надо как-то забрать ее, наверное. Ну-ка, так, давайте ее попробуем. Может, тут что-нибудь есть, это проплить, как нет, ничего нельзя. А, вот оно как, ребят, смотрите, то есть залезаем на дерево. Вот сюда вот залезаем, и вот сюда вот проходим. Ребята, мы с вами прошли, наконец-то, первый уровень. А, мы не прошли, нам дали железную кирку, ой, алмазную. А, мы можем сломать с вами, вау, Stage 2. Слушайте, вот это офигенная карта, слушайте. Так, надо вот чуть-чуть, надо быть очень внимательным, чтобы пройти эту карту. Так, внимательно вот, следите, тоже вот со мной это, внимательно следите, чтобы не пропустить эту кнопочку. Если вы нашли эту кнопку, то вы вообще молодцы. А если я не нашел, то я полный, ну, так, ребята, она по-любому где-то находится сверху. Так, но это очень сложно будет, так. Так, ну тут и нету, что происходит. Так, начинаем отсюда. Так, внимательно смотрим. А, блин, не, мне показались. Так, 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 тут и нету. Так, вот тут тоже нету. Слушайте, вот это вообще сложная карта. Вот это испытание. У меня в глазах все рябить нафиг. И я не могу внимательно смотреть. Так, ну тут нету. И тут нету. Так, тут тоже нету. Так, и тут нету, ребята. Что же делать? Блин. Так, давайте посмотрим внимательно на вот эти вот блоки. Так, смотрим, смотрим. Так, ничего тут нету, но мы ничего не можем сломать. Это точно. Так, может какая-нибудь тут лазеечка есть? Может, блин, прям вообще она должна быть незаметная, ребята. Так, смотрим внимательно, внимательно смотрим. Ну, блин, я что-то вообще ничего не наблюдаю. Это вроде бы карта должна быть вообще легкая, прилегкая. Но я не вижу нифига, где находится эта маленькая, прималенькая кнопочка. Так, блин, ребята, вообще ее спрятали? Фиг найдешь, я так понимаю. Ну-ка, блин. Ребята, вообще очень сложная карта.
вообще не имею знать, где найти эту чертову кнопку, ребята. Смотрите, тут вообще ничего нету. Ребята, у нас же с прошлого уровня остались алмазная кирка. Вот так. Вот это я затроллил сам себя. Ребята, давайте быстрее искать кнопку. Так, ребята, а где она, слушайте? Я нашел какой-то блок там странный. Слушайте, я не знаю, что он делает там. Ну-ка, блин, а где эта кнопка тупая? Ребята, это что за троллинг такой? Вот тут еще какой-то блок, смотрите. Блин, ну вообще какой-то странный блок. Я думаю, надо войти в режим бога и взять кнопочку. Так будет проще, я думаю. Давайте вот. Вот так вот поставим сюда кнопку. Во, и stage 3. Ребят, мы схитрили с вами, но ничего страшного, я думаю. Я же нубик, мне можно все. Я типа нубик, я вообще не понимаю, что надо тут делать. Diamond Ore. Или что-то такое, я не знаю. Так, ребята, опять искать эту кнопку тупую. А что тут так темно? Нифига себе. Ну-ка, давайте сюда зайдем. Посмотрим, что тут. Тут тоже темно, ребята. Ну-ка, надо вот сюда, я думаю, запрыгнуть. Так, тут кнопок нету. И тут кнопок нету, ребята. Блин, ну я вообще не знаю. А мы с вами можем ломать, смотрите. Ну-ка, давайте попробуем сломать. Может, тут что-нибудь есть? Ну-ка, давайте вот тут вот хотя бы сломаем. Может, под этим блоком что-нибудь есть интересненькое. Ой, блин, я сдвинулся с места. И вот это я вот, ну, вообще пипец. Ну, давайте вот постараемся сломать. Прям вот так вот. Ой, у меня уж кулакчок болит мой. Ой, и ничего тут нету, блин. Вот это троллинг. А что это такое? А что, а почему я тут подпрыгиваю? Вау! Лёл, вот это вот троллинг, ребята. Вот это я понимаю, троллинг вообще пипец. О, смотрите, тут зелье варенье какое-то. Тут нету кнопки, слушайте. Ой, тут нету. Ой, зато тут тепло как. И тут нету кнопки, и тут нету кнопки. Так, ребята, давайте вот посмотрим, что тут у нас. Тут вода. А под водой ничего нету. Нет ничего. Давайте вот запрыгнем сюда вот. И давайте посмотрим, что тут. Может, надо упасть в ляву, я не знаю, может, там вода есть. Во, ребята, я же вам сказал то, что тут вода есть. Вот это я нубец. Вот это я становлюсь персонажем. Stage 5 у нас уже. Ребята, смотрите, так. Что тут у нас есть? Опять какие-то испытания. Так, тут нету. Так, по-любому в какой-нибудь из этой штуки есть кнопочка. Так, давайте вот везде тут протыкаем. Так, нигде нету, здесь ловушки какой-нибудь. Так, тут нету никакой кнопочки, тут нету. Так, вот тут вот тоже нету. Так, ПК, что это могло бы значить? Я думаю, надо как-то пропаркурить, наверное. Я не знаю, что они тут... Так, не знаю, ну-ка давайте включим режим бога. Так, давайте вот, ну допустим, вот так вот. Так, мы с вами вот так вот. Вот так вот, да. Мы, походу, тут и должны были паркурить. Смотри, это не я сломали, это как сломалось, я на нее прыгнул, она сломали. Но мы с вами вроде как прошли стейдж 6. Вот это вот круто. Так, ребят, давайте заглянем. Сундук заперт. Так, блин, наверное, нужен ключ, чтобы его открыть. Ребята, давайте искать ключики. Давайте вот по всему протикаем. Я думаю, что... Нет, тут ничего нет. Так, ну, остается только дом. Ребята, нам надо зайти в дом. Так, вот это вот... Во, окей, ключ. Мы с вами нашли ключ, ребята. Так, давайте нажмем на ключ. О, ребята, алмазная кирка. Давайте, вот нам выпали алмазная кирка. Ой, надо выйти из режима бога. Давайте вот тут вот все ломать, потому что нам выпали алмазная кирка. Мы должны по-любому что-то тут сломать. Ну-ка, ребята. Опа, сундук. Потому что над ним блок стоит. Вот почему я могу. Кнопка. А куда ее потыкнуть? Так, не сюда вот. Так, ой, я ее сломал, ребят, слушайте, вот это я нубик, так, надо ее взять обратно, слушайте, вот это я затупил, только сейчас, так, а куда ее надо поставить, я вообще не знаю, ну-ка, давайте спустимся, может, сюда, нет, не сюда, слушайте, может, тут, там что-нибудь еще есть за этой штукой, штуковина, ну-ка, ничего нету, ребята, вы представляете, блин, а куда ее ставить-то, наверное, вот сюда вот куда-нибудь, ну-ка, нет, ребята, куда ее надо ставить? Офигеть, ребята, меня опять троллят. Куда ее надо ставить-то?
Блин, ребята, это вообще не смешно. Давайте вот сюда вот ее куда-нибудь поставим. Вот, вот сюда. О! Стейдж 2? А почему меня на стейдж 2 телепортировали? Так, надо вернуться, где мы только сейчас с вами были. Блин, а где это были, мы сейчас с вами и найдем. Так, ребята, вот там вот мы были. Так, 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 так. А, вон. Вот этот вот в домике мы с вами были. Вот этот вот, да. А почему тут все заново строится? Так, непонятно. Давайте обратненько все. Кнопочка. Так, кнопочка. Вот так вот мы взяли с вами кнопочку. Так, а, вот куда надо было поставить. Вот, блок отделяет стейдж 7, ребята. Давайте на сегодня вот этот последний и закончим с вами. Давайте вот это вот пройдем, последнее испытание. Так, ребята, ну-ка. Так. Тут ничего нету. Так, тут тупик, ребята, а что тут надо сделать? А, вон, смотрите, ребята, я подлетел немножечко. И, наверное, нам надо вот так вот сделать, вот сюда вот забраться и найти, что что-то очень интересненькое. Вот тут вот по-любому что-то есть. Вот тут вот по-любому есть какая-нибудь ловушка. Ну-ка, нету никакой ловушки, ребят, слушайте. А я думаю, тут ловушка будет какая-то. Так, ребята, давайте пройдем быстрее вот сюда. А что пое? Вот тут, блин, нет. Тут даже ничего нету. Ребята, а что тут надо сделать? А вот она, кнопочка стоящая 8, ребята. Мы с вами прошли последний уровень на сегодня. Ребята, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Зовите своих родственников, друзей, близких, школьников, одноклассников. Вот, смотрите видосики справа, сверху, слева, снизу, везде. Вот они появились, сейчас смотрите их обязательно. С вами был Даня Нубик, Даня Фин. Вот, удачи вам всем. И всем пока. Пока, ребят. Пока.